Страшное ДТП произошло в минувшее воскресенье на трассе Иваново-Лежнево. В районе деревни Кукарино столкнулись «Мерседес» и грузовой автомобиль марки «Хёндай». В результате ДТП на месте погибли водитель «Мерседеса» и два его пассажира. В салоне иномарки также находилась женщина. Она с отчетными травмами была доставлена в областную клиническую больницу. Несмотря на то, что грузовой автомобиль завалился на бок, его водитель практически не пострадал. Сейчас по факту ДТП проводится проверка. На 110-м километре автодороги М7, подъезд к городу Иваново в Амском районе, мужчина 79-го года рождения, управляя автомобилем Mercedes-Benz Vito, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с грузовым автомобилем Hyundai.